Привет, ребят! Сегодня 2 сентября 2017 года, Одессе 223 года. Вот, сегодня отмечает весь город день рождения Одессы. И я сейчас поеду в центр, посмотрю, как отмечают сегодня этот праздник. Как бы меня сегодня еще пригласили на выставку «Старая Одесса фотографии», в которой я тоже как бы поучаствовал, внес свой вклад, свою одну фотографию или две, не помню. Вот, это в музей восточного и западного искусства, который на Пушкинской находится. Там будет эта выставка на 3 часа. Вот с первым делом, наверное, туда и поеду. Сейчас уже начало 3-го. Вот, я еду туда. Так что всех с праздником. Почти на месте. Вот передо мной, смотрите, музей западного и восточного искусства. Почему вся выставка произошла здесь, расскажет Юрий Маслов. Почему я это подчеркиваю? Что не надо верить вчерашнему материалу, сегодня, которые написали, что выставка так и не может стоить в Одесском музее. Не надо. Я это дело открыл и выяснил, что, товарищи, столько интересов, столько прошло, столько разрушено, но столько и сделано, то есть нельзя ругать, что у вас полностью все разрушено. И вот благодаря Володе нам стало интересен после военный период. Здесь приблизительно половина это до того, половина гости были. И выяснилось, что настолько интересная вещь. И изменения архитектуры частей Одессы. Типажи Одессы. Интересно, что эту выставку мы делали на подъеме. Нам было интересно. Когда интересно тем, кто этим занимается, то у меня есть надежда, что и вам тоже. Это будет.
Вот моя фамилия. Продолжаем гулять дальше. Сейчас у меня по программе пойти в Дом ученых. Там должна быть выставка, посвященная артефактам, которые были найдены под Воронцовской колоннадой, возле Воронцовского дворца. Как бы выставка должна была начаться еще в 4 часа. Надеюсь, успею. Ну, уже больше 4. Сейчас возле Потемкинской лестницы, вот тут скоро состоится концерт. Будут такие Анельзы, Нина Катамадзе, еще кто-то там. Короче, мы обязательно на нем побываем. Дюк, посмотри на Дюка Свинка. Памятник основателям Одессы. Отошли от Екатерининской площади, уже подходим к Дому ученых. Посмотрим сейчас, что там. Как бы обещали, что вход будет свободный. Посмотрите, красиво, Дом Помера. Отреставрированный, посмотрите. Проезды все перекрывают уже. Вот стоят такие полицейские, не пропускают уже машины к центру, потому что скоро тут будет праздник.
Looking around with my new confirmation. Broken it down. What is love? What is fear? Making a sound. Open up my mouth to let it out. Set it free. Turning around. What was once a question to the rain. Формат 20 HF-20 мы видим на фотографии именно такие самолеты, в том числе состояние на вооружении Одесского военного округа. Внизу фотография не просто так показана. Это
родоначальник, скажем так, Каюбарс, родоначальник авиации в Одессе. И, в общем-то, все, что дальше развивалось, было связано с его поддержкой. И, кстати, больше скажу, Фарман именно марки 20 состоял на учете, то есть как это, в составе, находился в составе 24-го полка 5-й армии. То есть поэтому можно даже, исходя уже из этого, это по Одессе говорю, пытаться найти, может даже кто-то на нем в свое время летал, потому что в него входило всего лишь 7 человек. Можно точно сказать, кто летал. 6 офицеров и один рядовой. Это герой Франции, который похоронен на втором христианском кладбище. Известно, где его могила, их правда, всем. Она не сохранилась. Вот. Так что я думаю, что это все Рубье были... его фамилия была. Поэтому это все были чудеса пионеров. Это также нашли под, то есть под террасой, там же есть помещение Воронцовского дворца, нашли лобовую часть от фонаря МиГа-15. То есть, это Фарман HF-20. И точно так же вот мы нашли, например, в этой внутренней части, когда открывали фундамент Куликовского уже в самом Свиабате, достали два 88-мм 88-го калибра, два снаряда австрийских, он Первой мировой, учитывая, что там находился расчет австрийский расчет. Один безопасный первый был, второй, конечно, приехали уже с этого. Ребята, вот это вот боевому ученому, посмотрите. Тут писец, что и следовало ожидать. Иду на концерт. Надеюсь, дождусь Океанельза. Дерибасовская, угол Екатерининской.